Он меня пугает. От баронских людей можно немного харчей получить. Получить? Как это? Ну, знаешь, надо только... Великая Мелителле! И что? А в те шахты он набрал баб из кузницы. Бывало, чем базарные дни сало на телегу в городе. Ведьмак! Как вовремя! Я так понимаю, для меня есть работа? Да, насчет брата моего Микеля. Он забрал баб из кузницы и повел их в горы. Неделю тому как. Баб из кузницы? Кузница. Богатая деревня была, пока через нее войско не прошло. Хаты сожгли, кладовки объели, мужиков в рекруты забрали. Ну и остались бабы одни. Ни еды, ни крыши. К себе взять их никто не хотел. В Новиград реданцы их не пустили. Ну так Микель повел их к старым шахтам. Там хоть от дождя можно укрыться. И теперь от них ни слуху, ни духу. Thank you.
Я мог бы этим заняться, если награда будет побольше. Ладно, речь же о жизни моего брата, можно и раскошелиться. Договорились. Ну ладно, поищу твоего брата. Как его узнать? Да это не трудно. Он там на всю компанию единственный мужик. Иногда останки в таком состоянии, что трудно определить пол. Останки? Сплюньте! Самое большее дорогу перепутал. Ну а если что, были на нем опорки из телячьей кожи. Сапожник подошва делал. Я ему говорил, не ходи в них в горы, попортишь только. А он ими так гордился. Этого должно хватить. Спасибо. Вы не из Бароновых? Занят я. Ну не разорваться же мне. Для такого нужна большая сила. Следы чудовища. Проснулся. Похоже, свежее, но тела нет. Еще одна жертва. Молодая особь. Мать должна быть недалеко. Thank you.
Что здесь произошло? Он напал на нас. Боги, я не знаю, кто это был, но он был локтя 4 высотой. Скажи, а остальные... Убиты. Ведьмак, отомсти за них. Убей эту бестию. Прошу тебя, у меня нечем заплатить. Но брат Микеля, проводника нашего, он человек денежный, он тебя вознаградит. Спроси его в корчме на распутье. Да хранят тебя боги, ведьмак. Кровь, мясо, пищеварительные соки, корм для молодняка. Глоглаз. Ядовитый. Эти яйца скоро проклюнутся. Нужно от них избавиться.
Ботинок с клеймом мастера подошвы. Все, что осталось от тела. Сам лезешь на меч? Вот и хорошо. Ах, как грустно ты. Привет. У меня плохие вести. Твоего брата убил Главоглаз. Единственное утешение, я за него отомстил. Тоже мне утешение. А ведь говорил я ему. Микель, чего рвешься чужакам помогать? Сиди на жопе ровно, не то беду накличешь. Ну, чего ты тут торчишь? Чужой бедой питаешься? Нет, я питаюсь кашей с маслом, как и любой другой. Так что заплати, чтобы мне было на что ее купить. Я бы тебе заплатил, если бы ты мне Микеля живого привел. Мне положена награда, давай деньги. Награда положена. Возьми. Привет вам. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Thank you.
Прощай. Тяжело. А помнишь, раньше едва зайдешь в чашу. Самогону желаете? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Только у меня! Акция! Один товар по цене двух! И снова здравствуй, ведьмак! Покажи мне свой товар. Бывай. Не смотри на меня так. От всех бед. Давай монету. Геральт. Что у тебя есть на прод...
Мне нужен ведьм...
Бывай. Ну, Том проучит, не будешь такой заносчивый. Сука. Добро. Давай монету. Решка. Знаешь, ведьмак, у тебя всякое болтает. Если не молния, то честно, чтобы расслабь, где деньги спрятали. Я же говорил. Эй! Честь и отчизна. Мутант. Но-но. Что-нибудь случилось? С охотников за колдуньями на охотников за нелюдьми. Ну, давайте выпьем, а то ж темнее. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Сделай для меня кое-что.
сделай для меня. Будь здоров. Куда лететь?